Мавзолей Акбара – усыпальница одного из почитаемых мусульманских правителей Индии. Это один из архитектурных шедевров эпохи Великих Моголов. На новой фотовыставке «Планета Земля. Индия» в городском музее представлено более 80 работ. На фотографиях запечатлены улицы Индии, необычные для нашего глаза храмы и крепости, гостиницы и дома, парки, культура местных жителей. Здесь, конечно, красной нитью проходит архитектура. Дело в том, что Индия, она находится и в разных природных зонах, и вот здесь мы можем широко наблюдать, остановиться где-то, посмотреть, порассматривать какие-то детали, как архитектура меняется в зависимости от того, в какой природной зоне расположена. Организаторы выставки – Международная общественная организация «Центр духовной культуры», город Самара. Члены организации создали проект «Планета Земля», в рамках которого они делают фотоэкспозиции в разных городах России. Работу в основном создает президент организации Юрий Родичев, который 6 раз ездил в экспедиции в Индию. Он уже не только президент, он еще и альпинист. Он является членом Гималайской горной ассоциации. Он фотокорреспондент, журналист, публицист, в общем, все вот эти регалии. И он вот наснимал такой большой материал, который потом вылился в прекрасную, чудесную, яркую выставку. Погрузиться в путешествие по яркой и колоритной Индии можно, записавшись на экскурсию, где подробно расскажут о местах и особенностях страны. Фотовыставка «Планета Земля. Индия» работает по 30 марта. Запись по телефону 769-65, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.